Начало научной конференции получилось не только торжественным, но и ярким, по-настоящему праздничным. Национальный колорит ей обеспечили молодые творческие коллективы республики. Символично, что приветственная песня прозвучала в виде попурри на разных языках, что является свидетельством дружбы и сплоченности народов, населяющих Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию. Что касается рабочей части, то на конференции прозвучало 116 докладов на секционных заседаниях и 8 на пленарных. Их темы тесно перекликались друг с другом. Ведь главная задача филологов и историков двух наших регионов – сохранить век глобализации, самобытность коренных малочисленных народов. Если мы не сохраним свои языки, мы исчезнем с карты мира как этносы. Как карачаевцы, как черкесы, как абазины. Угроза исчезновения языков огромна. По исследованиям Крауса, например, исследователя Крауса, из 6000 языков исчезнет в ближайшие десятилетия около 10% языков. В ходе научных диспутов были определены пути решения актуальных проблем. По словам ректора КЧГУ Таусултана Узденова, сегодня многие вопросы, возникающие в обществе, связаны с историей, этнографией, языкознанием, археологией. И, конечно же, решать их должно в первую очередь именно научное сообщество. Алина Баташева, Назир Капышев, Архыз 24.